Слушай, где-то у нас трофейный Т-80 БВМ. Снято со знаку. Ну, то, о чем я говорил. Динамическая защита. Там резина. И все. Круто, да? Хорошо же, наверное, защищает. Вот еще сетки. Мы сегодня говорили, что это не БВМ. Сам контейнер – это простая стальная коробка. Внутри находятся две пластины взрывчатого вещества. Вот снаряд касается корпуса. Начинает формироваться кумулятивная струя. В этот момент детонирует первая пластина взрывчатого вещества. Формирование кумулятивной струи нарушается. Но это еще не все. От взрыва первой пластины детонирует вторая. Поверх нее находится еще одна пластина, стальная. Она под воздействием взрыва начинает двигаться, пересекая траекторию кумулятивной струи, забирая на себя ее мощь. Такая защита называется динамической. Динамическая защита. Там резина. И все. Круто, да? Хорошо же, наверное, защищает. Вот.